Америк, давай я. Я не вижу там, что там. У нас такая история произошла. Меня попросили посмотреть за ребенком. Ребенок вышел нас встречать. Да. Мирик, ты окей? Все нормально. Тебе нужна помощь? Алан, ты ему сейчас ничем не поможешь. Стул можешь принести ему только. Нам идти с той стороны, да? Посмотри, там открыто. Все, мы сейчас придем. Да, нам понадобился стул, чтобы залезть. Я не успела дойти. Я на самом деле, пока машину парковала, они уже залезли, ё-моё. Так вот, меня попросили присмотреть за ребенком. Я приехала. Ребенок вышел, закрыл дверь благополучненько, захлопнул. И, короче... Алан, поставь стул просто вот здесь, вот возле дерева. Зачем нам стул? Нам не нужен он больше. Просто поставь его, и все. I stepped up to these little poles with my feet, and then I thought I didn't know if I could do that, so. Мирик, здесь же высоко, блин, вы что? Это реально, блин, высоко. And then I stepped on the light, and then I got up here. Нифига себе! Чё ты меня не подождал? Скажи, пожалуйста. Я сказала без меня не лезть. А мы его там оставили, потому что зачем он нам нужен? Теперь нам он не нужен. Ну ты реально высоко, Мирик, с ума сошёл. Блин, твоя мама посидеет, когда это видео увидит. Так нельзя делать без взрослых. И кот счастлив. Да, так ласкается, так рад, что мы все-таки забрались, да? Не бросили тебя. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши другие видео. Пока-пока. А мы будем приходить в себя после такого. Сейчас все по порядку расскажу. Тогда у меня прям трясло. Я не могла даже сообразить, что говорить. В общем, мы шли из машины. А мальчик, за которым я должна была смотреть... Он вышел из дома, а дверь захлопнулась. И, в общем, мы не могли попасть в дом. Соседи сказали звонить в специальное в agency, в агентство, которое, ну, сдает квартиру. Я позвонила на субботу, вечер, уже никто не работает. Они сказали звоните в Locksmith. Это компания, которая взламывает замки, если у вас что-то случилось, и машины. И дом стоит около $200. В субботу двойная, наверное, оплата. В общем, Мирик сказал, мальчик, которому, по-моему, 10 ему лет уже исполнилось, или 9, сказал, что нет проблем, он сейчас сам все сделает.
И он... Вернее, мы нашли стул. Я помогла этот стул. Ну, в общем, у нас на улицах иногда выставляют мебель. Я покаталась по району и нашла стул, который помог залезть. Но дело в том, что когда они стул-то выгрузили из машины, а мне надо было запарковаться, я не могла прям там сразу запарковаться. Мне пришлось парковать машину, пока я запарковала машину. Я сказала им никуда без меня не лезть. Но когда я пришла, к этому дому подошла, уже все, их не было. Мне пришлось их кричать, где они, потому что я не могла понять, в какие ворота мне входить и как они открываются. И когда, наконец, Алан прибежал, открыл мне ворота, я смотрю, Мирик уже лезет. И у меня просто уже дар речи пропал, потому что ребенок полез открывать балкон. Это, конечно, вообще, я не знаю. Наверное, вообще... Не знаю, показывать маме его это видео или не стоит. Хорошо, что все хорошо закончилось и что все успешно. Все провернулось как надо. Мы попали в квартиру. Мирик, конечно, герой. Такой ребенок, наверное, вообще не пропадет. Это вообще... То есть придумать, что он сможет залезть, что он сможет открыть. Это вообще не каждый решится. Ну, с другой стороны, это, конечно, опасно. Опасное мероприятие, поэтому желательно, чтобы другие дети такое не повторяли. Или, по крайней мере, под присмотром родителей, которые могли бы им помочь. А лучше, если родители все-таки смогут сами это сделать вместо детей. Я извиняюсь, моя речь немножко не связанная, потому что меня до сих пор трясет. Вот. Так что, ребят, я буду приходить в себя, пить чай. Все. Всем пока.